Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Фариот, и заключительная 17-я часть игры Uncharted 3, Drake's Deception, делюсь Дрейка. И как всегда у нас все начинает рушиться. И сейчас предстоит нам финальная битва. Вам не лохануться и успеть добежать. Такие зыбучие пески. Что, правда, тут все вообще вокруг начало разрушаться, ладно, там внизу. А, хотя если, в принципе, подземный город мы там, он весь пошел наизнанку, тогда понятное дело, почему рушится все. Фух. Прям все говорю на одном дыхании, все постоянно так вот. Эффектно, красиво все смотрится. И вот он поджидал нас тут, самый главный наш враг в этой части. Засранец Толбот. Тут он еще и с режиком. Довольно-таки интересная постановка, кстати, финальной драки. Человека с человеком. Какой-то веке. В одинаковых условиях мы находимся. Ну, правда, у него только нож. Я имею в виду, не супер какой-то мутант, против которого тут чудеса только спасать. Ну, кто мне еще и резануть успел, сволочь. На тебе. В лучших традициях все вокруг рушится, но находится время для финальной драки. А вот и Салли. Не будешь доставать нож, перестрел. Салли уже такое ощущение, как порядком все надоело. Настолько он уже суров стал. И серьезен. Еще почему-то мне это напомнило чем-то Властелин колец. Особенно концовка предыдущей части, и как будто с горлом мы тут деремся. Сдохни. Как Фродо мы тут висим. Не Властелин колец, конечно, но просто напоминает чем-то так. Мотивчики какие-то такие же. Все, давай уже, вали отсюда. Сгинул. Таки. Ну что ж, бежим. Финальный аккорд остался. Беги, Салли! Все пропало! Так, ну что ж, посмотрите заключительный видеоролик и поговорим с вами, как всегда, в титрах. Болтаем. Прощайте, баснословное богатство. Ну? Невелика добыча. Нам хватит. Да.
Погоди, Нейт. Ты чего? Да так. Я просто должен тебе кое-что сказать. Ладно. Говори. У меня был паршивый отец, паршивое детство. В 40 я понял, что сына у меня уже не будет. Я и не хотел сына. Куда уж мне растить детей? И тут ты свалился мне на голову. Не надо, Салли. Ты слушай, надо. Я совершил много ошибок. Много. Я знаю, что сам не подарок. Ты к алтарю меня зовешь? Я тебя люблю, но... Нет, стоп. Хоть на минуту перестань острить. И давно ты его хранишь? Давно. Не потерялась? Вот что, парень. Мы не выбираем, как начать свою жизнь. Великая начнется с твоих поступков. Привет. Привет. Летишь куда-то? Ну да. Жаль, что так вышло с кольцом. Да, ничего. У меня есть другое. Думаю, нам пора. Да. Пошли, нам сюда. Но... Идем. Верь мне. Что ты задумал? Да ладно. Ну, он не так хорош, как тот, что вы разбили 4 года назад, но... Пошли. Осталось вспомнить, как управлять этой хреновиной. Там ведь есть парашюты? Конечно. 3. Ну, около того. Ну что ж, дорогие друзья, вот и завершился наш приключенческий эпос такой. От Naughty Dog. Под названием Uncharted 3. Признаться, даже печально, как-то грустновато уходить. А уходить придется. Конечно же, можно во все это дело переиграть, но так хочется сюжетного продолжения. Безусловно, мы с вами просмотрели, проиграли в одной из самых сногсшибательных, интересных игр за всю историю, наверное, игростроения. Вот. Серия эта состоит из 3 частей, естественно. Я буду проходить первые 2 чуть попозже. Начал я с 3-й. Просто как бы хотелось быть немножечко так впереди планеты всей на Ютубе. День выхода в России. Такой вот я тщеславный человек. Шутка, конечно же, не поймите меня превратно. Вот, просто я являюсь действительно большим поклонником этой серии. Вот, и... Как только у меня появился PlayStation, я сразу же себе приобрел 2-ю часть. Первую не взял, потому что не была она локализована. И даже не то, что ее просто не было в том магазине, где я был. Покупал PlayStation. Вот, и решил потом ее пройти, потому что мне все-таки советовали начать с 2-й части. Несмотря на такой вот парадокс непонятный. И действительно оправдала ожидания мои. Я не жалею о том, что я потратил денег, естественно, ни на 2-ю, ни на 1-ю, и уж тем более ни на 3-ю часть. Вот. Ну, как вы все это видели, это было просто потрясающее приключение. Естественно, оно было не без огрехов. Невозможно всегда клепать только сногсшибательные потрясающие игры. Всегда будут какие-то существовать
о грехе. И вы, опять же, не поймите меня превратным. Я сейчас, естественно, хочу поговорить о минусах, но это будут такие крохи и песчинки в огород, скажем так, камушки просто. В эту игру. Вот. Так что она... То, что она действительно состоит практически из одних только достоинств. На мой личный взгляд. Но минусы все-таки есть. И первое, конечно же, что бросается в глаза, это немножечко такой скудноватый сюжетик. Не то, что скудноватый, а немножко такой он менее интересный стал, скажем так. Мотивация немножечко не та. Скажем так, и есть какое-то некое однообразие по даче сюжета. То есть, как бы, да, перестрелка, карабкание, загадки, драки и все так вот по новой. Это, конечно же, больше относится к постановке, тем нежели к самому сюжету. Просто как-то мне, не знаю, на мой взгляд, я не знаю, как это описать, на мой взгляд, мне он показался такой немой, более бедным, скажем так, чем во второй части. Хотя постановочная именно игра вот здесь с ресурсами, скажем так, этой игры просто на высочайшем уровне. Там, я не знаю, даже сам говорю, одни переселки что стоят. Вот. Второй минус, это, конечно же, искусственный интеллект, который, к сожалению, здесь, да, и, наверное, пришлось пожертвовать в угоду, может быть, красоты графической, либо анимации. То, что наши тупят соратники, это даже ничего еще мягко сказано. То есть вы увидели на протяжении игры, вы могли бы без них обходиться. Ничем абсолютно нам не помогали. Враги становятся умнее только на более сложных уровнях. Даже, ну, если брать вот нормальный уровень сложности, довольно-таки сложно играть, как я уже неоднократно повторялся. Вот. Ну и то, даже вот такие вот там моментики, когда там, да, при выстреле там человек выранивает гранату просто себе под ноги и там из последних сил пытается от него крысу, все равно взрывается. Это тоже, на мой взгляд, огрех в системе искусственного интеллекта, поэтому... Вот, ну и что еще стоит отметить, скажем так, из минусов? Да не знаю, пожалуй, больше нечего-то отмечать. Немножко, конечно, тоже бросается в глаза потенциал, уже немножко начинает забавлять, ибо ресурсы Sony PlayStation 3 начинают уже, конечно же, сдавать позиции. Грядет, я так думаю, поколение, смена поколений консолей. Вот, с новыми более качественными, скажем так, с новой более качественной картинкой. Хотя графически игра выглядит просто потрясающе. Скрупулезное внимание ко всем мелочам, одна пустыня ничего стоит. Скрупулезное внимание к постановкам вот этих вот всех сцен падений, как всегда, взрывов, вот этих вот гигантских кораблей. Я не знаю, я с открытым ртом сидел на протяжении, наверное, всей игры. Ну, за исключением, конечно, может быть, пары-тройки там отдельных скучноватых локаций, которых во второй части, кстати, вообще практически нету. И это, да, камень, огород, третью часть тоже. Так что, вот. Но, повторюсь, разработчики не могут постоянно клепать только величайшие шедевры, всегда будут случаться какие-то огрехи. Но качественно новый уровень в плане... Они взяли все старое, хорошее, что было в Uncharted 2, в Uncharted 1, и это просто улучшили, не меняя при этом, как бы не убирая вещей там, допустим, вот, к примеру, были вот драки, да, в первой части они были как-то так себе, да, во второй их улучшили на порядок, а в третьей вообще просто потрясающе стали, одна из лучших, наверное, боевых систем, наверное, пожалуй, только Бэтмен у меня бросается так сразу на память. Бэтмен, да, он сравним только по боевой системе с третьей частью Uncharted, да. Вот, а паркур там... А, и еще, кстати, хотел сказать про минус, это все-таки немножко размашистое управление. Здесь, конечно, да, вот паркурная система немножечко страдает от... Ну, на мой личный взгляд, опять же, говорю, все может быть зависит от калибровки. Вот, система прицеливания и паркура немножечко здесь все-таки тоже хромовато получилось. Вот, но, ребятки, это... Скорее даже не минус, а просто, может быть, действительно кривизна рук, потому что все-таки, ну, играть в экшены, в шутеры... На геймпаде, на мой взгляд, лично такое все-таки извращение. Вот. И для этого боженька придумал мышку с клавиатурой. Вот. Там, конечно, все в разы удобнее. Хотя есть люди, которые на геймпаде могут так стрелять круче, чем там на мышке с клавиатурой 10 тысяч раз. На Sony PlayStation есть мыши, есть такой какой-то такой типа пульта управления, отвечающий за движение.
со стрелочками. Ну, вот. Но, честно говоря, я пока его еще не видел. Покупать его точно пока не собираюсь. Хотя, может быть, в будущем и придется. Посмотрим. Вот, ну и что еще стоит сказать? Печально, ребят, печально, я, как я уже повторюсь, покидать этот мир Дрейка. Этих ребят интересных, безусловно. С нетерпением я буду ждать, если, конечно же, ее анонсируют четвертую часть. Скоротаю ожидания, выкладывая первую и вторую вам на показ. Ваш суд, скажем так. Вот. Но я думаю, что это будет еще очень не скоро. И думаю, вообще думаю, что, наверное, будет Uncharted новый только при смене поколений. Есть у меня такое ощущение. Но не факт, не факт. Может быть, еще не скоро четвертая Сонька появится. Вот, ну что тут еще сказать? Играйте в хорошие игрушки. У кого нету, смотрите мои прохождения. У кого нет возможности, я имею в виду. Делаю это для вас с большим удовольствием. Даже не знаю, что здесь еще добавить. Игра получилась просто потрясающая. Проводя там аналогии с Индианой Джонсом, там, да, или с другими приключенческими там фильмами или игрушками, это, наверное, самое лучшее из тех, что я играл как по сюжету, как по динамике и как вот по вообще по ощущениям. Музыкальное сопровождение на высочайшем уровне. Вокализация наша в какой-то веке, которую я всегда хаял. Но она, наверное, пожалуй, только на консолях-то и будет хорошо выполнена, потому что там все-таки деньги приличные платят им за озвучку. И пиратство все-таки менее развито. Воровство, скажем так, такое дисков. Игр вообще. Хотя ломают он уже. Uncharted первый сломан уже тоже валяется. С субтитрами переведенными. Вот. Так что, ну, не знаю. Но локализация здесь классная. Есть юмор, есть причем так качественно переведенный юмор. Преподносится все вот так вот с точки зрения локализации. На высочайшем уровне. Ребятки, я на этом с вами, наверное, попрощаюсь уже. Говорить мне больше действительно об этой игре не о чем. Здесь, если давать какие-то оценки, там, да, я дам 9 из 10, пожалуй. Если там второй части я давал 9,8, там, да, 9,5. Ну так, никому не давал, а мысленно просто делал 9,8, 9,5 баллов. Здесь я дам, наверное, баллов 9, именно из-за того, что разработчикам уже нужен какой-то качественный новый подход к никогда не исчерпаемому жанру приключений. Он действительно неисчерпаемый в плане сюжета. Очень слабенько между собой связаны эти три части, поэтому я... Смею надеяться, что еще будет и четвертая, и, надеюсь, и пятая, и так далее. И будет продолжаться эта великая, величайшая просто, наверное, одна из историй об этих интересных, как я уже говорил ранее, ребятах. Я надеюсь, вам понравилось. Следите за моими дальнейшими работами, прохождениями. Вот. Вещал с вами, как всегда, Фолиот. Комментируйте. Ставьте лайки, там, да-да-да-да-да-да. Как обычно принято говорить. Надеюсь, вам все это понравилось. Всем до новых встреч. Увидимся в новых прохождениях, ребятки. Пока-пока.